Всем привет, это Armor Master, и сегодня мы рассматриваем достаточно необычный танк. Это Mark IV, тяжелый британский танк Первой мировой войны. По сравнению с более современными танками, даже с танками времен уже Второй мировой войны и промежуточного периода, он выглядит весьма необычно. Он имеет форму ромба, его гусеницы целиком охватывают корпус, а орудия расположены в неких таких спансонах по бокам. То есть видно, что при его проектировании активно использовался корабельный опыт. Также мы можем обратить внимание, что вот эти танки, они производились двух видов. Так называемый самец, у которого было три пулемета. Вот здесь располагался один в лобовой броне, и два по бокам назад смотрели из спансонов. И две пушки располагались спереди. В данной ситуации перед нами самка, то есть здесь только 5 пулеметов. Пушечного вооружения этот танк не имел. Отдельно говоря про конкретно Mark IV, надо сказать, что это самый массовый тяжелый танк Первой мировой войны. Суммарный их выпуск достиг около 1200 единиц, причем это был не только самый массовый танк в английской армии, что, в общем-то, логично и очевидно, но это был еще и самый массовый тяжелый танк в немецкой армии, потому что немцы располагали около 40, у них трофейных было вот этих танков, в то время как собственных танков тяжелых АСМВ они выпустили, по-моему, меньше 10 штук. Могу ошибаться, но незначительно. Вот, в качестве бонуса, это уже, я так понимаю, для Такома стало традицией, и сюда входит фигурка немецкого фотографа. Вот, и на коробке представлен танк в немецких уже опознавательных знаках, то есть трофейный. А вот тут вот, я надеюсь, что видно, сбоку сделана ссылка на коробочку с моделью самца. Она раскрашена полностью в британские цвета. Если говорить о моделях вот этой вот серии британских ромбов, то на сегодняшний день вот эта модель практически безальтернативна. Почему? Потому что в свое время фирма, по-моему, называлась Interus, выпускала, если не ошибаюсь, МК-5, но на сегодняшний день он давно не выпускается, и его не так просто найти в продаже, и он, в общем-то, уже модель его достаточно устаревшая. Кроме того, насколько я знаю, до конца года должен выйти ромб от Tamiya, но я что-то краем уха слышал, что он будет с моторчиком, то есть это будет больше игрушка, чем модель. Могу ошибаться, но вот по каким-то предварительным сообщениям такая информация проскакивала. Поэтому, если вы хотите прямо сейчас купить ромб вот такой вот, то кроме как такомовского, насколько я знаю, никаких вариантов у вас, собственно, и нет. Ну, а теперь откроем, собственно, саму коробочку. Здесь мы видим такую довольно объемистую, не в пример, КВ-5 инструкцию. Рисунки всех литников. Сборка корпуса. Да. Продолжение сборки корпуса. Еще интересного. Достаточно много, сразу видно, травленных деталей предлагается использовать. Вот они таким сердечком обозначены. Это уже сборка элементов ходовой части. Тут нам предполагается сделать множество вот этих вот каточков, по которым ехал танк. Здесь предлагается собрать гусеницу. Каждый из 92 траков состоит из двух деталей. А, нет, из трех. Да, из трех. Так что, если вы любите собирать траки из нескольких деталей, то вас ждет просто море удовольствия в этой модели. И тут то же самое, но на другую сторону. Здесь показано, как собирать спансоны с пулеметами. Здесь продолжение сборки спансонов.
Вот здесь, обратите внимание, нам предлагают срезать часть заклепок с корпуса. Ну, ладно, хорошо, хоть не приклеивать, как на КВ-5 на маске орудия. Ну и финальная сборка бревна для преодоления препятствий с цепями. Сборка фигурки фотографа. Ну, вот здесь вариант с расположением этого бревна по походному. И варианты окраски. Трофейный немецкий на 1918 год. И английский на 1917 год. Но также здесь мы сразу уже видим целый лист исправлений к инструкциям. Ну, хорошо, хотя бы исправились и выложили исправление. Так, ходовая часть. Ходовая часть этого танка состоит из огромного количества маленьких роликов, и все эти ролики нам придется в процессе сборки собрать. Причем обратите внимание, что вот здесь вот, вот у этих деталей питатели подведены так, что их надо будет очень аккуратно с этой стороны отрезать. То есть хорошо, что они здесь хотя бы не залезают на вот эту плоскость, то есть их в принципе, можно срезать, но срезание с этой стороны будет, в общем-то, достаточно таким проблематичным процессом. Так же, как срезать и зачистить вот это множество круглых роликов. И вот здесь вот с круглой части надо будет срезать питатель. И здесь, и таких литников несколько. В общем, веселья нам предстоит много. Единственное, что немножечко успокаивает, что в общем и целом, вся ходовая часть полностью закрыто. То есть это не повод делать там совсем неаккуратно, но если вы допустите такую небольшую какую-то ошибку, где-то срежете лишнего, в общем-то ничего страшного не произойдет, потому что ходовую часть все равно практически не видно за бортовыми экранами и гусеницами. На этом литнике мы видим цепную передачу, ведущие звездочки, какие-то более мелкие звездочки. Вот это, я так понимаю, магазины пулеметов Льюис. Вот это сами пулеметы. Обратите внимание, что отверстия в них уже есть. И, в принципе, ну, можно при желании чуть-чуть расточить. То есть, конечно, самые перфекционисты, я думаю, что купят точеные стволы. Но я считаю, для литья пластика это очень-очень хорошее литье. Мне вполне нравятся пулеметы. Они ажурные, аккуратные, приятные. Также ни на этом, ни на прошлом литнике я практически не вижу облоя, да и литьевые швы тоже незаметные. Вот если сравнивать с КВ-5, то, на мой взгляд, здесь литье заметно получше. Здесь вы можете видеть дополнительные грунтозацепы, которые будут крепиться к тракам. Вот, в общем-то, ну все, что есть на этом литнике, если так бегло осматривать. Тут у нас расположено множество каких-то не совсем очевидных деталей. Мне кажется, это элементы бортовых спансонов. Да, вот сюда продеваются стволы. Вот, и только я похвалил таком на прошлом литнике за хорошее литье, как тут же на вот этом где-то мне совсем только что попался какой-то облой. Хотя сейчас я его уже и не вижу. Возможно, показалось. Если что, потом допишу в комментариях. А, ну вот, вот эти элементы немножечко подоплывшие. Чуть-чуть облойчик появляется вот ближе к краям. Ну, я думаю, что это не страшно, это шкуркой все уберется, тем более, что деталь имеет достаточно простую форму. И здесь вы видите еще один пулемет. Только вот здесь у него более заметен шов. Не знаю, видно или нет, сверху снизу идет шов, но в принципе это устранимо. То есть какой-то драмы большой я здесь не наблюдаю. Это тоже элементы корпуса. Тут самые разнообразные, мелкие и крупные. Вот обратите внимание, что клепка воспроизведена разная, то есть размеры заклепок отличаются на разных деталях. Здесь мелкие, здесь средние, вот здесь крупные. Вот, также обратите внимание, что вот эти вот рельсы, да, которые идут через весь корпус, они отлиты в одну деталь, то есть их не надо стыковать
из множества мелких элементов. Также в одну крупную деталь отлита выхлопная труба, но на ней еле заметен такой шовчик. То есть есть даже как будто микросмещение. Ну, это все, в принципе, устранимо. Какого-то страшных каких-то дефектов я не наблюдаю. С обратной стороны. Тоже, но вот тут вот изнутри рельсов видны чуть-чуть следы толкателей, но я думаю, что этого будет незаметно, это все спрячется. Также вот здесь вот есть толкатели, но пока не соберешь модель, непонятно, внешняя эта сторона или внутренняя. Но так, в общем и целом, в основном толкатели расположены с внутренних сторон, вот как я вижу. Не знаю, что покажет сборка, но на взгляд все, все мне нравится, все нормально. Это у нас крыша и днище корпуса. Вот это лобовая верхняя деталь. Вот по вот этим полозьям у нас будут ездить гусеницы. В общем, в целом тоже хорошее, достаточно четкое литье. Каких-то облоев я не вижу. Но идет небольшой шовчик. Но я думаю, что шкурка это все исправит. А ну тут это внутренняя часть, здесь смотреть не на что. Да, в танке никакого интерьера абсолютно нету. Внутри он пустой, но это, в общем-то, уже поле для производителей автомаркета. Борта. Бортовые части, левые и правые. Ну, множество заклепок, множество каких-то элементов. Утяжен недоливов я не вижу. Вообще здорово, что такие крупные детали отлиты одним элементом. Ну, вот если присмотреться, здесь видно микрооблойчик. Вот на вот этой детали здесь какая-то пружина подразумевается. Его, конечно, будет нелегко удалить, но аккуратненько подлезть можно. И опять же, надо еще посмотреть, насколько это, в принципе, все будет заметно. Не будет ли это закрываться какими-то другими деталями. Но, в общем и целом, выглядит все, на мой взгляд, очень и очень прилично. Ну и вы можете оценить размер будущей модели. Она не маленькая, довольно внушительный имеет размер. Траки. Ну, конечно, собрать такое количество траков из такого количества деталей, это, в общем-то, не для всех развлечения, и поэтому даже отдельно производитель инструкции указал, что если нет желания делать подвеску подвижной, не подвеску, гусеницу, то можно совершенно спокойно приклеить все катки, зафиксировать их, а потом обклеить их гусеницей, чтобы она была неподвижной. Потому что, ну, действительно, тут на каждый трак, да, надо укрепить. Вот что-то я не пойму, не удивлюсь даже, что по 4 таких детальки. Да, то есть это, ну, скажем так, для детей или для тех, кто, у кого там небольшой опыт в нашем хобби, это, конечно, специфическое удовольствие. Тем более, что я так понимаю, что их нужно не просто все прикрепить, нужно еще обеспечить то, чтобы они ровно стояли, да, потому что если пойдут перекосы, то гусеница тоже начнет перекашиваться, а это, ну, совершенно неприемлемо. Питатели выведены на боковые стороны траков. Ну, вообще, я не очень люблю, когда так делают, потому что это самая заметная получается часть. Но, с другой стороны, здесь сам трак достаточно массивный. Да, поэтому я думаю, что можно будет безболезненно сточить вот это место среза. Ничего страшного, все будет нормально. А так, не утяжен, ни каких-то дефектов я сходу на траках не вижу. Фигурка фотографа. Фотограф имеется в виду немец. Фотографирует трофейный танк. Вообще фигурка, ну и тут вот облой, шов заметный. И она вся какая-то замыленная. Вот пуговицы замыленные. Честно говоря, не очень мне нравится. Вот я считаю, что огнеметчик в КВ-5 получился лучше. Лицо тоже какое-то совершенно заплывшее. Вот фигурка мне в данном наборе не нравится. Ну, из оставшейся мелочевки это вот такая вот цепочка для бревна для преодоления препятствий.
листик фототравления. Честно говоря, он какой-то очень маленький. В инструкции было много отсылок на фототравление, а деталей-то тут так не то чтобы много. И декаль. Немецкий вариант с крестами и британский вариант. В общем-то, на мой взгляд, это маловато, два варианта. С учетом того, какими огромными сериями выпускались эти танки, 1200 штук, и из 1200 штук придумали только два. Ну, хорошо, даже если брать только самки, которых, по-моему, было около 400, и 400 только два, мне кажется, маловато. Могли бы и еще что-нибудь придумать. Перейдем к подведению итогов. Что я могу сказать? Что несмотря на то, что модель на сегодняшний день практически безальтернативна, тем не менее сделана она здорово. Вот все то, что я посмотрел, мне абсолютно все понравилось. Да, есть небольшой облойчик. Ну, что делать? Всякое бывает. Да, придется повозиться с мелкими катками, но тут уж, извините, вопросы не к производителю модели, а к тем, кто проектировал этот танк, собственно. Вот, то есть в наборе есть практически все, что нужно, чтобы его собрать. Есть цепочка, хорошо сделанная. Есть рабочие траки, которые тоже имеют достаточно сложную конструкцию, но опять же тут вряд ли их можно было бы сделать намного проще с технологической точки зрения. Потому что литье пластика имеет свои определенные ограничения. Что мне вот так вот откровенно не понравилось. Мне не понравилась фигурка фотографа. Но, в общем-то, поскольку она идет, можно сказать, как бонус и не является основной темой набора, это, мне кажется, абсолютно не страшно. Вот, а так, хороший, интересный набор. Все в нем, на мой взгляд, есть. Все в нем хорошо. Я единственное, ничего не могу сказать по поводу его копийности. Ну, это уже не совсем моя тема. Кто в копийности разбирается, он обычно сам принимает те или иные решения, только когда сам померит. А так, если вы не хотите вдаваться в детали, но хотите построить интересную модель специфически выглядящего танка, причем который является таким дедушкой всех более-менее современных танков, да, то есть именно с вот этих вот марков пошло все танкостроение, то я рекомендую брать эту модель. Я считаю, модель отличная. Единственное, что надо быть готовым к тому, что будет много мелкой работы вот по ходовой части. В остальном мне все нравится, я рекомендую. Я считаю, модель очень хорошая. Вот. На этом, в общем-то, все. С вами был Armor Master. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!